Добрый день, дорогие друзья. Я Решта Владимир Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор НИЯУ МИФИ, а заодно физтеха. Много-много лет назад я закончил факультет отбросов прочих факультетов. Мы так шутили про ФОП, факультет общей прикладной физики. Именно благодаря этому факультету я знаю так много, и сегодня я постараюсь поделиться своими знаниями о лазерах и их применении в нашей жизни. Вообще говоря, лазерные технологии имеют очень много применений. Но я начинаю с первого слайда, на котором такая, скажем так, пафосная картинка о том, что российские школьники решили вековую проблему лазерного термояда. И вот если говорить серьезно, то сегодня самая главная проблема лазеров – это то, можно ли будет зажечь солнце на Земле с помощью лазеров. Именно на это тратятся миллиарды, но поговорим об этом чуть-чуть позже. А эти ребята в Ярославле на проектории делали макет той самой установки, на которой должно загореться солнышко. Вообще-то лазеры никогда не были мощными, ну, скажем так, в 20 веке. И они приобрели ту энергию и ту способность, которая позволяет разрушать летающие объекты и резать металлы только в 21 веке. Создатель первого лазера, как видите, он помещался у него то, что называется, в руках. Это было совершенно маленькое устройство. Но, как пишут другие нобелевские лауреаты, этот человек не получил нобелевскую премию. Эта маленькая статья в Nature оказала огромное влияние на развитие всей науки. И, возможно, по удельному значению информации на стоимость бумаги и всего остального, она превосходит все остальные. Действительно, человек, который сумел сделать лазер, ученый, которому все мешали, если выражаться русским языком современно, это, так сказать, мы сейчас докатаем до него, вот он, так сказать, с картинки со своим лазером, Теодор Мейман, он действительно опередил время. Он решил ту проблему, которую до него не могли решить крупнейшие компании. Почему он это сделал, мы сейчас не будем разговаривать. Мы скажем о том, какое это имело последствия. Вообще, когда Нильсу Бору пришли, самый Теодор Мейман, и сказал, что мы сделали лазер, Нильс Бор, тот, который придумал квантовую механику, не поверил этому. Ведь такое говорить невозможно. Почему же это невозможно? Дело в том, что лазер является прибором, который не может возникнуть сам по себе в природе. Это некая система, которая создана искусственно, и она абсолютно искусственна по отношению к тому, что происходит в нормальных термодинамических системах. Я не зря упомянул слово про термодинамику. Для того, чтобы лазер заработал, нам необходимо нарушить базовый принцип, который лежит в основе всей нашей жизни, состоящий в том, что внизу людей больше, а вверху меньше. Состоящий в том, что по распределению Максвелла давление от поверхности Земли высокое, а вверху маленькое. Принцип, состоящий в том, что все стараются упасть на дно и лежать там. Я имею в виду не про людей, а про частицы, про кванты, про атомы, про все остальное. То есть все распределения, вся статистика говорит о том, что никто не хочет улететь на небо. Все хотят остаться на Земле, ну, то есть внизу потенциальной ямы. А чтобы лазер заработал, мы должны сделать инверсию населенности, как показано на данной картинке. Мы должны заставить электроны перейти на такой уровень, где им, вообще говоря, нехорошо. Где им нужно спрыгнуть вниз, на более низкий уровень. Их должно быть там больше, чем тех, которые находятся внизу. Ну, общественным местом стало то, что именно Эйнштейн придумал, как говорится, лазер и предсказал то самое стимулированное излучение, которое лежит в основе работы всех лазеров. Да, это именно так. Именно он в 1917 году, естественно, 1900, придумал эту систему. Гораздо позже Поль Дирак ее обосновал, рассказал, решил математически, предсказал, что это будет. Но в данном случае ирония судьбы состоит не только в том, что Эйнштейн, вообще говоря, тогда еще не боровшись с квантовой механикой, как бы не понимал, что он делает. Но и состоит ирония судьбы в том, что чисто математический факт почти 50 лет не мог быть реализован на практике. То есть они рассчитали ситуацию гипотетическую. Физики так любят делать. А давайте предположим, что у нас с вами наблюдается вот такое странное состояние, что вверху атомы возбужденных больше, чем внизу. И что тогда будет происходить? Оказывается, что если мимо такого атома пролетает фотон, то атом легко испускает второй фотон, но никуда попало, ни налево, ни направо, а ровно в ту же самую сторону, и что очень важно, ровно с той же самой энергией, то есть частотой и длиной волны. Вот то самое стимулированное излучение – это вот тот самый эффект, который лежит в основе работы всех лазеров, неважно, полупроводниковые, они газовые, рубиновые или какие-то там еще. Для того, чтобы лазер заработал, нам необходимо создать ситуацию, которой не бывает в природе. Она называется инверсия населенности. То есть, грубо говоря, температура какого-то газа, какой-то среды должна оказаться отрицательной с точки зрения распределения Максвелла. Как это достигается? Достигается достаточно просто, как мы сегодня понимаем, но сложно с точки зрения, вообще говоря, представления людей 19 века. Для этого мы должны сначала забросить электроны на уровень, где они не могут долго жить, а они оттуда спрыгнут на второй, который метастабильный уровень, и на нем будут жить долго. То есть мы создаем ситуацию, в которой есть поток
ну, электронов, которые, естественно, возбуждают атомы, вверх, а они спрыгивают, идут на некую полочку, на некий уровень энергии, на котором они задерживаются надолго. Почему-то им там хорошо. Точнее, им плохо перепрыгивать дальше. Раз там принципы запрета работают, многие другие вещи. И в итоге мы создаем активную среду, которая запасла много энергии. Это ключевой момент. Это среда запасла энергию. Если такая среда помещается в резонатор Фабри-Перо, то есть мы создаем условия для того, чтобы в системе могли гулять туда-обратно волны, ну, световые волны в данном случае. Причем гулять не какие попало, а только те, которые когерентно отражаются. Вот здесь я нахожусь в помещении, в котором высокий уровень реверберации. Возможно, вы это слышите. То есть прямоугольные стены данной комнаты, они звенят. То есть определенные частоты моего голоса подчеркиваются, определенные исчезают. То же самое происходит в лазере. Если бы мы сейчас включили бы микрофон, и был бы включен динамик, данное помещение бы зазвенело на одну из своих частот, тех, которых звуковые волны укладываются целое количество раз. То есть мы поймали бы тот акустический резонанс, который есть в данном помещении. То же самое происходит с лазерами. Световая волна, именно та, которая попала в резонанс, усиливается и, проходя тысячи, миллионы раз внутри лазера, превращается в то самое когерентное излучение, которое так нам нравится, которое так красиво, которое производит столь потрясающий эффект в промышленности, в бытовых назначениях и в том числе в системах передачи данных. Итак, в данном случае Теодор Мейман стоит с маленьким лазером на фоне большой лазерной установки. Его лазер испускал, вообще говоря, даже не был непрерывным, он был импульсным лазером. И тем не менее он стоит рядом с установкой, которая могла создавать мощность в лазерном луче, измеряемую десятками килоджоулей. Вообще-то лазеры и мазеры, то есть то же самое, но в радиочастотном диапазоне, они действительно перевернули, так сказать, наше представление о квантовой механике, о радиофизике, о прочих вещах, и тут существует много фамилий. И само слово, которое было придумано, я не буду читать фамилии людей, которых вы видите, и так сказать, сама технология, и сама реализация, и Нобелевская премия, которую получили, как говорится, изобретатели, и наши люди участвовали в этом процессе, Басов и Прохоров, известные, так сказать, Нобелевские лауреаты, которые потом активно создавали мощные лазеры в Советском Союзе. То есть людей, которые приложили руку к созданию лазера, было очень много. Но и лазеров сегодня с вами очень много. Вот на данном слайде мы видим много разных лазеров, начиная от совершенно медицинских применений, кончая системами связи и в том числе той самой установкой, на которой зажигают звезды. Лазеры в своей истории развития прошли много этапов. Первые были твердотельные, почти через год появился газовый любимый гелионовый лазер. Затем, так сказать, появились всякие хазодинамические, химические лазеры, там эксимерность, перестраиваемая частотой, то есть множество лазеров росло и росло и росло. Но реальная революция в их массовом применении произошла тогда, когда появились полупроводниковые лазеры. Я не буду об этом сейчас останавливаться более подробно, как в полупроводниковом гетеропереходе Алферов, как раз наш человек, который получил Нобелевскую премию за эти открытия и изобретения, в этом при протекании обычного тока диод начинает светиться. Светится причем не просто так, а помещенный в резонатор на определенной частоте. И становится фактически лазером, у которого высокий КПД, сегодня более 60% электричества, которое вы подводите, вообще говоря, к обычному диоду, излучает свет. Те белые светильники, которыми мы пользуемся, ну так называемые энергосберегающие, они тоже имеют большой КПД, но лазеры инфракрасного диапазона имеют его даже более выше. Это отдельная область физика конденсированного состояния, физика полупроводников, как там должны течь эти самые электроны, куда они должны прыгать, на каких ямах зависать, какая структура зон, так сказать, Ферми и многого другого, чтобы это происходило. И вот появление полупроводниковых лазеров категорически изменило их доступность. Если старые приборы требовали серьезного оборудования, электроники, так сказать, всяких вещей, газа, поддержки, систем стабилизации, то полупроводниковый лазер, как и все полупроводниковые приборы, требует только батарейки. То есть вы получили прибор, у меня есть с собой, если нужно показать, который просто нажимаете кнопочку, и из него выходит лазерный луч. Нажимаете кнопочку, у вас получается устройство, которое режет пластмассу, зажигает дерево, может нагревать металл. На данном слайде мы видим, так сказать, то, что лазеры сегодня закрывают весь частотный диапазон. На самом-то деле, в каком-то смысле же даже обычный радиопередатчик является, ну, генератором монохроматических колебаний. Но в отличие от обычного радиопередатчика, в том числе того, который есть в сотовом телефоне, все, что называется лазерами и мазерами, оно использует в качестве первичного эталона и первично задающего, ну, частоту источника обычно атомные переходы. В большинстве наших бытовых приборов сегодня работают то, что называется механические устройства под названием кварцевый резонатор. Но очень скоро, а у военных уже сегодня, вместо кварцевых резонаторов стали использоваться атомные часы, в которых работают, вообще-то говоря,
полупроводниковые лазеры, которые накачивают, так сказать, рубидий и другие материалы, проверяют их не зоны перехода, и в итоге получается, что сегодня вооружение большинства стран, так сказать, мира для того, чтобы связь была надежной и хорошей, используют лазеры просто в своих обычных рациях. Такие они стали миниатюрные, компактные, атомные часы, рубидиевые компактные атомные часы, так называемые. Я не просто так заговорил про военных. Первые же сообщения в прессе, ну не в той, которая нынче, не та, которая научная, а та, которая была нынче популярная, которая была вокруг лазеров, сразу стали говорить, что вот они изобретены лучи смерти. В предыдущий раз это говорили по поводу рентгена, по поводу гиперболоида инженера Гарина, как вы знаете, читали такие книжки. А здесь явно прозвучала мысль, что это лучи смерти. Ну, вообще-то говоря, прошло довольно-таки много лет, больше 50, прежде чем лазер действительно стал системой вооружений. Сегодня практически все страны, ну, скажем так, практически все страны отчитались о том, что они сделали систему вооружений на основе лазеров. Правда, ни одна страна не продемонстрировала мощь этих систем. Никто не сказал, что они сбивают, с какого расстояния, при каких условиях, походных и прочих-прочих вещах. Но заявку сделали все. То есть, действительно, сегодня мощные лазеры, я даже не могу сказать, какой энергии, поскольку никто ничего не говорит, никто ничего не пишет, но тем не менее, все отчитались о том, что ими сделаны системы, которые позволяют сбивать то, что летает, с помощью лазерного излучения. Это непросто, но тем не менее, это сегодня сделано. Вообще говоря, когда рассказывают про лазеры и про их применение, то очень далеко друг от друга находятся две области. Одна – бытовое применение. У нас в каждом CD-проигрывателе, в DVD-проигрывателе, в Blu-ray-проигрывателе есть лазер. У тех, у кого дома волоконно-оптическая линия связи, у них в этом модеме и роутере, который стоит тоже лазерный светодиод. Такой же стоит на АТС, который общается с ним. То есть лазеры сейчас везде. Даже в обычной лазерной указке, которая у меня в руке, тоже есть лазер. Но ученым сегодня лазеры интересны уже не как приборы, которые работают, как приборы, которые позволяют имитировать в условиях Земли то, что раньше было никогда недоступно. Вот на данном слайде вы видите ядерный взрыв, а справа от него те энергии, те давления, те температуры, которые возникают в фокусе сфокусированного лазерного излучения. Вообще говоря, там сравнение приведено с Солнцем. Но реально мы сегодня, и именно поэтому все мощные установки находятся в странах, которые разрабатывают и развивают ядерное и термоядерное оружие, это Америка, Франция и Россия. В этих трех странах есть мегаджоулевого класса лазерные установки, то есть те, которые в состоянии лазерным лучом доставить килограмм тротила, это примерно эквивалентное энерговыделение, в одну маленькую точку размером 300 микрон. Эти все страны используют эти установки не только для того, чтобы, ну, то, что называется, добывать энергию путем термоядерного синтеза, но и для того, чтобы отрабатывать свои системы вооружения. То есть не случайно ядерные державы создают лазерные установки. Эти вещи взаимосвязаны. Никаким другим способом мы не можем, то, что называется, вызвать такие давления, такие температуры, такие экстремальные условия. Раньше могли, когда проводились ядерные испытания. Но сегодня они запрещены, и поэтому единственный способ развития систем вооружений, ну вот такой вот физический, с точки зрения физики, это вот лазерные такие мощные установки. Лазеры были причиной для выдачи очень большого количества Нобелевских премий, даже есть вот подсчеты, по которым, если брать Нобелевские премии, полученные после изобретения лазеров, ну там 50-х годов, то, можно сказать, большая часть премий была выдана за лазеры. То за синие лазеры, то за гравитационные волны, которые были зарегистрированы с помощью лазерной интерферометрии, то еще за что-то. То есть лазеры фигурируют фактически везде. Куча Нобелевских премий квантовой механики была выдана за эксперименты с однофотонными источниками, то есть фактически тоже так или иначе коррелированных с лазерами и с прочими системами. В данном случае мы видим Нобелевского лауреата, который утверждает, что с помощью светового, то есть лазерного излучения, можно взорвать и разорвать ткань материи и времени. Да, это действительно так, потому что в данном случае, что бы мы ни делали, какую бомбу мы ни взорвали, мы ограничены какими-то факторами чисто материальными, связанными с размером там, атома, электрона, еще чего-то. Формально лазерная установка, типа той, которая использовалась в «Звезде смерти», известного фильма и так далее, она в состоянии тем или иным способом с большой площади заставить весь свет собраться в маленькую площадочку размером в длину волны света. И если у вас исходная площадь очень большая, то там могут стоять обычные стекла, обычные материалы, обычные лазеры. Главное, чтобы они все собрались в одно место. То в этом месте могут быть достигнуты такие плотности энергии, при котором из вакуума будут возникать электроны сначала, потом протоны, позитроны и прочие вещи. И вот такие установки сегодня тоже создаются и в России, и за рубежом. То есть лазеры, которые позволяют в микроскопически малое время, фемтосекунды, закачать, кажется, огромную энергию, измеряемую, ну не мегаджоулями, а, так сказать, килоджоулями, но та напряженность электрического поля, которая возникает в той области пространства, куда сфокусировано лазерное излучение, она становится настолько мощной,
что те виртуальные частицы, которые заполняют вакуум, протоны или антипротоны, электроны и антиэлектроны, кварки и антикварки, могут, то, что называется, разрываться и отрываться друг от друга, порождая новые частицы. То есть светим светом, получаем элементарные частицы. Мечта, как говорится, всех исследователей квантовой механики, ну, физики элементарных частиц и многих-многих вещей. Мы сейчас к этому двигаемся. И вот та дата, 50 лет, которая была назначена на первом слайде, она, вообще говоря, не знаю, будет ли достигнута, но что к этому году будут созданы установки, которые в состоянии, ну, то, что называется, проверять, является ли вакуум вакуумом, какие у него свойства, они будут реально созданы во в целом ряде стран. Вообще, когда мы говорили про лазеры и про то, что с помощью них можно килограмм тротила доставить в нужную точку, то это шла речь про установки вот такого, в общем, циклопического размера. Это вот французская установка мегаджоуль. Как видите, у нее высота 35 метров, длина 300 метров, ширина 100 метров. Это даже больше, чем стадион, хороший стадион. И там внутри находятся лазеры, которые вот действительно зажигают термоядерную реакцию, должны зажигать точнее. Такая установка есть в Америке, НИФ, национальная, так сказать, Ignition Facility, то есть фабрика по зажиганию термоядерных реакций. Там снимались, кстати, некоторые эпизоды «Звездных войн» тех самых, то есть не просто так, то есть лазеры, которые все сжигают в «Звездных войнах», они вот, как говорится, их не антураж снимался в этой установке. Ну, Голливуд, он попадает всюду, где ему только хочется и нужно. Такая же установка скоро будет у нас в России, в Сарове. Это ее рабочая камера. То есть камера, в которой, вообще-то говоря, в процессе термоядерного синтеза будет взорваться кусочек, ну не кусочек, небольшая порция дейтерия и трития с эквивалентом 10 килограммам тротила. Именно поэтому это такие крепкие изделия. Потому что внутри них под действием лазерного излучения вообще говоря, выделяется энергия, эквивалентная взрыву, так сказать, вообще говоря, нормального снаряда. И они должны это делать многократно. То есть ученые проводят исследования с такими энергиями. Это вот картинка из американского, так сказать, НИФа, где зажигалась термоядерная реакция, наблюдался термоядерный синтез. Я не буду вдаваться в подробности, что это такое, и почему здесь она такая золотая и блестящая, и какие гамма-излучения, что обжимает. Тем не менее, вот на нижнем картинке слайда вы видите, как у вас капелька, ну шарик, покрытый изнутри снегом из дейтерия тритиевой смеси, превращается в маленькую капельку, и в ней начинаются термоядерные реакции. Более интересно то, что это все, вот капелька была 300 микрон, если вы заметили. Все это размещается в камере размером 10 метров. Тут видите, человек, есть манипуляторы, держатели. А в правом крайнем ряду, нижнем этого слайда, показано, во что превратился держатель после взрыва того самого килограмма тротила, который на самом-то деле был просто электромагнитным излучением. То есть все красивое, золотое превратилось в такое обугленное, сгоревшее, оторванные провода, все, что могло, сгорело, и даже держатель. Это тот держатель, который держал ту самую мишень, которая была такая красивая. Даже держатель, находящийся далеко от нее, весь сгорел. То есть лазерное излучение с энергией нескольких мегаджоулей сжигает все, что только может сжечь. Но, как видите, при этом ученые умудряются что-то еще исследовать. Я не буду останавливаться более подробно на том, какие исследования проводятся с помощью лазерных технологий, но здесь важно понять, что лазеры действительно сегодня стали непревзойденными ни по мощности, ни по характеристикам, ни по достижимым уровням, ни по влиянию на квантовую механику, ни вообще говорят. Даже вот есть такое интересное направление создания ускорителя на столе. То есть именно лазерные технологии обещают обеспечить нас ускорителями, скажем, тех же самых протонов для протонной терапии, еще для чего-то, с нужной нам энергией для диагностики, для проверки. Но это не будут не циклопические устройства, типа, так сказать, ЦЕРНа, а это будут установки, которые размещаются на столе у исследователя. Понятно, что у них будет другая светимость, другое количество разумных протонов, но энергии, до которых они будут гонять, очень близки. Вот на графике внизу нарисованы те энергии, которые же сегодня удается сообщать элементарным частицам не на циклотронах, не на синхрофазотронах, а на обычном лазерном луче. Кстати, такие установки создаются во многих университетах, за рубежом они есть. Очень скоро такая установка со смешным названием ЭЛЬФ появится в Национальном исследовательском ядерном университете. То есть, так сказать, наши, как говорится, коллеги из Росатома говорят, что им нужны специалисты, которые будут работать на нашей мегаджоулевой установке. Но откуда они возьмут эти специалисты? Ну, будем мы их готовить, и у нас будет свой маленький эльф, в котором будут создаваться килоджоулевые ударные воздействия. У нас не будет такой камеры, но студенты будут реально работать с очень мощными источниками, в данном случае светового излучения, проводить исследования взаимодействия этого излучения с веществом, и самое главное, строить диагностику. То есть создавать системы, которые позволяют смотреть, как под действием света вещество превращается в плазму и что с этой плазмой происходит дальше. Вот эти фантастические проекты и вызовы, так сказать, то, что у нас текущего тысячелетия,
столетние задачи, они, понятно, что имеют прямое отношение и к светлому будущему человечества, когда мы все полетим в космос, станем осваивать, так сказать, дальние горизонты. Дело в том, что проблема энергии, она, то, что называется, абсолютно насущна и принципиально не позволяет нам далеко улететь от нашей, как говорится, голубой замечательной планеты Земля. Фантасты давно рассматривают разные фотонные двигатели, использующие вещество и антивещество, рассматривают термоядерные двигатели, в которых взрываются маленькие атомные бомбы. Но вот в 2015 году, как говорится, компания Boeing подает патент на термоядерный двигатель с лазерным поджигом. То есть они говорят, мы водород всегда найдем в природе, то, что называется, или возьмем с собой нужное количество, сделаем хорошую установку и, используя лазеры, будем не строить фотонный двигатель, а будем взрывать плазму, будем зажигать маленькие солнца раз в тысячу в секунду, а может быть даже миллион раз в секунду. Эти маленькие солнца, будучи выплюнуты с нашего, как говорится, двигателя, будут ускорять нас, заставляя нас лететь дальше и дальше и дальше. Это лазерные технологии, которые позволяют энергию термоядерного синтеза превратить в тягу двигателя, и, ну, в смысле ракетного двигателя в данном случае. Мы не обсуждаем реализуемость данного проекта, мы просто говорим о том, что лазеры, они сегодня позволяют ученым мечтать. Вот когда у нас была картинка с, так сказать, теми людьми, которые изобрели лазеры, там внизу было приписано, что только инженерные ограничения и фантазия, ну, будут ограничивать, так сказать, применение лазеров, когда мы научимся с хорошим КПД превращать электрическую энергию в лазер. Но сегодня мы это научились делать. Но давайте вернемся с космоса на Землю. Вообще-то сегодня, если вот многие же вещи привыкли измерять в рублях, ну, то есть в валовом доходе, в объемах продаж и всего остального. Лазерное применение самое сегодня массовое и самое распространенное – это, конечно, система передачи данных. Именно там работает большинство лазеров как физически, так и в ценовом вычислении. Но это тема отдельная – волоконно-оптические линии связи, передача информации, какие-то есть ограничения. А вот вторая область совершенно промышленная и очень близкая к тем самым лучам смерти, а в данном случае к лучам технологии. Сначала лазеры, которые пришли, это были лазеры на СО2, то есть инфракрасные лазеры с длиной волны 10 копейками микрон, которые, так сказать, то, что называется, горели, дымили, по сути, в общем-то, это целом такой большой-большой, можно сказать, дизельный двигатель в каком-то смысле. Но из него при этом испускалось излучение, которое позволяло резать металл, сваривать, обрабатывать и все прочее-прочее. Потом появились, так сказать, там другие лазеры твердотельные, но революция в области применения лазеров для промышленности произошла с изобретением волоконных и тербиевых лазеров. К этому имеет отношение тоже российский ученый Гапонцев, сейчас, правда, американское гражданство у него есть и так далее, который научился делать системы волоконно-оптические, то есть обычное волокно, 100-микронное, подключенное к системе накачки, и легированное, так сказать, тербием, превратилось в лазер, который в состоянии выдавать киловатт и даже сотни киловатт мощности в итоге в одно волокно. Почему волокно удобнее, чем любая другая лазерная система? Волоконно-оптический лазер имеет гибкий световод, то есть система передачи данных в нем гибкая, то есть мы видим, так сказать, и можем довести излучение до любой нужной нам технологической точки. С обычным лазерным излучением это сделать не так просто. Нужна система зеркал, перемещение там, и так далее, и так далее. И вот появление лазерных волоконно-оптических лазеров такой большой мощности, оно сделало целую революцию. У меня тут был слайд, который я проскочил, о том, что если в электронике есть закон Мура, то в области светодиодов и лазеров есть закон Герца. Так вот разные люди предполагают. На этом слайде вы видите, как уменьшалась стоимость люмена света. Ну, понятно, что вот сейчас, когда я сказал, что большая часть лазеров работают телекоммуникации, я был прав. Но большая часть светодиодов работает в системах освещения сегодня. Они далеко не всегда лазеры, это могут быть просто светодиоды, так называемые, ультрафиолетовые, которые потом светят на люминофор, превращаются в белый свет. Но вот это те самые вещи, которые действительно революционно за всего-то навсего, так сказать, 50 лет, 40 лет изменились катастрофически, продолжают меняться экспоненциально. То есть светодиодные белые источники света сегодня, вот, ну, называется, заполонили весь мир и будут дальше распространяться. Надежные, хорошие системы. Это, казалось бы, не имеет отношения к лазеру, но на самом деле имеет самое непосредственное. Потому что для того, чтобы волоконно-оптический лазер работал, нужны высокоэффективные, с высоким КПД, инфракрасные светодиоды. То есть это связанные технологии. И вот появление промышленных систем на основании вот волоконно-оптических лазеров, оно произвело целую революцию в машиностроении. Я не буду на ней более подробно останавливаться. Вторая революция, которая связана с применением лазеров, так сказать,
в общем, даже той же самой компании, это фемтосекундные лазеры, которые пришли в офтальмологию, то есть в операции, связанные с глазами и прочие вещи. То есть медицинское применение лазеров – это отдельная огромная тема. Она связана не только с тем, что умеют корректировать зрение, лечить, оперировать, резать. Там большая область и диагностика, и воздействие, и контроль, и многие-многие вещи, даже обработка крови. То есть там огромное количество манипуляций. Сегодня лазерные системы активно используются, ну, инфультрафиолетовые, для обеззараживания и прочих-прочих вещей. То есть лазер оказался очень удобным инструментом для того, чтобы, во-первых, померить наше зрение, определить, как говорится, насколько у нас кривой хрусталик, а потом этот кривой хрусталик еще исправить, чтобы у нас, как говорится, зрение стало хорошим, мы все видели, все понимали. То есть это стал рабочим инструментом. И, собственно, об этом и мечтали все создатели лазеров. Именно они хотели того, чтобы эти стали устройства удобные, применяемые в жизни. Вот огромный, как говорится, почти что прокатный стан, где идет разделка железных листов на заводе. То есть, так сказать, лазер спокойно режет. Причем лазер с мощностью 4 кВт. Это не так мало. Это примерно равняется дуговой сварке. Но почему лазер с 4 кВт так хорошо режет сталь, а 4-кВт сварочный вообще не будет так хорошо резать? Потому что он оставляет очень тонкий рез. В данном случае я пролистну, как говорится, три слайда. Я хочу показать установку, вот, которая соответствует 100-кВт лазеру. Это совсем небольшое устройство, высотой с ростом человека, ну, в длину 2 человека. Это вот такой закрытый боксик, полностью изолированный, который нужно только подключить к электричеству. И у вас на выходе в волокне будет 100 кВт. При этом такие установки даже с меньшей мощностью режут сталь толщиной до 20 мм. Но они режут, оставляя очень тонкий рез. Лазерный луч сфокусированный, он имеет толщину десяток микрон. Такой рез нельзя оставить сварочным аппаратом. А ведь известно, что разрушение материала и его испарение требуют примерно одинаковых затрат, но, по крайней мере, отличаются не на порядок. Поэтому, если вы будете пилить металл, вы потратите много энергии, потому что вы не можете сделать тонкий пропил. Вы должны много металла уничтожить, превратить в стружку. Если вы используете лазер, вы испаряете данный металл, но вы испаряете очень тонкий слой этого металла. Поэтому общие энергозатраты и то, что нужно для того, чтобы это произошло, оказываются гораздо меньше. Системы на основе лазеров, вот именно лазеров, сегодня являются основой так называемого металлического 3D-принтинга. Ну, что такое вообще 3D-принтеры, все знают, особенно те, которые печатают пластмассой. Но пластмасса, она плавится при температуре 150 градусов, ну, максимум 200, так сказать, еще чего-то. То есть это довольно-таки низкие температуры, можно просто сделать теплое сопло, из которого выдавливается расплавленный пластик и прилипает туда, куда вам надо. Разные бывают технологии. Лазеры позволяют нагреть те частицы, которые вы должны растить, до любых температур. Это особенность лазерного излучения, про которую тоже можно отдельно поговорить, потому что если вы используете линзу солнца, то вы не можете ничего нагреть больше, чем до 6000 градусов, выше, чем температура солнца, потому что в обратной ситуации уже вы будете нагревать солнце, а не солнце будет нагревать нас. Поэтому в фокусе любого зеркала, любой системы фокусировки температура не может быть, так сказать, выше, чем, в общем-то, 6000 градусов, а реально даже меньше. Лазер работает в узком спектральном интервале. И он не вступает в тепловое равновесие с обычным черным телом. Математическая оценка для современных лазерных систем тех температур, до которых можно нагреть с помощью лазеров, исчисляется 10-10-20 степени, в зависимости от типа лазера и спектральной его ширины. И такая температура нам не нужна, и мы ее не достигаем. Это предел теоретический. Но реально обычное лазерное излучение с длиной волны, вообще говоря, 1,5 микрона, 1,002, вот тербиевые лазеры, оно нагревает вещество до десятков тысяч градусов за миллисекунды, и при этом вещество это испаряется, светится, но тепловое равновесие не нарушается. То есть как бы лазер, он является системой, которая, ну, закачивает энергию в вещество, и вещество нагревается, не остывая, так сказать, так, как ему нужно. Это ключевая особенность лазерного излучения, обусловлена его монохроматичностью. Поэтому такие системы очень эффективно работают с металлом не только на резку, но и на наплавку, но и на наваривание, сваривание материалов и так далее. И вот современные 3D-принтеры, они стали как бы ключевым моментом, потому что они позволяют тот порошок, который летит в вакууме или в специальной аргоновой среде, на вашу деталь нагреть за время полета. То есть вы фактически сыпете струйку из песка, но песок металлический, титан, сталь, прочее, алюминий, что угодно может быть, только инертная атмосфера. И этот слой песка нагревается так, как нужно под действием лазерного излучения. И уже на нужную деталь он прилетает расплавленный. Причем хотите иметь кристаллическую структуру какую-то специальную, можете не полностью расплавить.
оставив внутри кристаллика его прежнюю кристаллическую структуру. Можно расплавить капельку полностью. И вот эта вот ситуация, когда вы полностью контролируете технологию, она, в общем, потрясла очень многих инженеров, и сегодня металлические 3D-принтеры, они стали, так сказать, то, что называется, заменять обычные изделия, которые формируют детали путем удаления лишнего материала. То есть это невозможно сделать никаким другим способом. И что самое главное, эти детали не уступают по свойствам монолитным деталям, а иногда даже превосходят. Но это отдельное тело, тема связана с сопроматом. Почему, как говорится, материал, который составлен из мелких крупинок, оказывается крупнее, чем монокристаллический, единый и так далее. Это отдельная тема, и она очень интересная. Как говорится, как так получается, что аморфное тело становится крепче и жестче, чем то же самое поликристаллическое, которое, казалось бы, идеальное с точки зрения физики, все атомы на своих местах сидят и так далее. Но зато там могут бегать дислокации, могут там сохраняться трещины, а вот в таком аморфном теле трещины не бегут. Они тут же спотыкаются о ближайшую стенку, которая создана в процессе вот такого вот наплевывания материала, расплавленного одного на другого. Но это не сразу получилось. Когда мы говорим про лазеры и их применение, я тут вспоминал про космос, про полеты к далеким галактикам, но ученые сегодня, и как раз те, которые делают волоконно-оптические лазеры, думают о более близких задачах. Например, все знают, что у нас запасы нефти и газа ограничены, есть такой некий стандарт, типа на 50 лет хватит, потом все кончится. Ну, правда, 50 лет проходят, откапывают новые запасы, находят новые источники, то сланц, то еще чего-то. И вот одним из таких источников является газогидратные месторождения. Вообще, это удивительно, но океаны действительно являются вот той точкой, где солнечная энергия аккумулируется. Не только в виде тепла воды, которую она нагревает, но и в виде тех донных осадков, которые падают. Планктон там, и все такое прочее, что поглощает углекислый газ, оно падает на дно и там долго лежит. И вот в целом ряде мест уже раскрыты так называемые газогидратные месторождения, из которых можно добывать газ, просто нагрев то, что лежит под водой и в глубоких слоях до некоторой температуры не очень большой. Ну как можно что-то нагреть на дне океана на глубине 2 километра? И эффективно, и целесообразно, и рабочий. И вот сегодня разрабатываются реальные проекты по тому, чтобы какой-нибудь лазер с мощностью, ну скажем так, почти мегаватт, вот это уже действительно пушечка так пушечка. Он, так сказать, заводился по волокну в бурильную установку. Эта бурильная установка просто нагревала бы тот газ, который там находится, ну вещество, которое там находится внизу, а вверх шел бы газ с хорошим потоком, с хорошим давлением, с хорошими свойствами. Замечательная идея, но у нее, как всегда, есть одно тонкое обстоятельство. Вы все наверняка слышали о том, что нас ждет глобальное потепление. И вот не всегда об этом говорят по радио и по телевизору, что одной из главных проблем глобального потепления будет то, что если океан нагреется, то из газогидратных месторождений метан пойдет сам. Вот это будет действительно большим подарком для нас с вами, если все эти месторождения вскроются благодаря тому, что океан потеплеет, и наша атмосфера наполнится метаном, который миллионы и даже миллиарды лет накапливается на дне океана. Ну, давайте об этом мы сегодня говорить не будем. Будем надеяться, что настолько сильно океан не потеплеет, но вообще вот это та проблема, которая действительно реальна абсолютно с точки зрения глобального потепления. Все остальное пустяки. Ну, подумаешь, будет более теплый климат в России. Нас это вполне устраивает. А вот если метан полезет наружу, будет плохо всем. Я практически закончил рассказ о том, как лазеры работают в промышленности. Но я совсем не касался той темы, как лазеры используются в науке. Поэтому я коротко упомяну направления, каждое из которых могло быть отдельной лекцией. Вот в 2017 году была выдана Нобелевская премия за регистрацию гравитационных волн. Сегодня мы уже зафиксировали более десятка событий в далеких галактиках, происшедших, связанных с этими катастрофами, которые порождали гравитационные волны. То есть тот самый Эйнштейн, который мы вспоминали в начале, ну, то, что называется, 100 лет ждал, пока его предсказания подтвердились. Это очень долго. То есть это вот было сделано такое важное предположение в общей теории относительности, что гравитация, она является вот искривлением пространства, это искривление пространства может распространяться, генерироваться, возникать и так далее, и так далее. И вот сегодня мы знаем, что да, это так. А увидели мы это благодаря тому, что в Америке построены были два больших лазерных интерферометра, и эти интерферометры зафиксировали слияние двух черных дыр, а дальше уже пошли более мелкие события и так далее, и так далее. И это лазерные технологии, потому что в составе этого интерферометра было два лазера, два фабри-перо интерферометра, и если бы не было лазеров, мы бы никогда не поймали гравитационные волны, мы и пока не поймали. Второй момент, связанный с лазерами, это то, что они стали основой метрологии, и это тоже отдельная тема. Эталон метра, эталон секунды – это какие-то атомные системы, лазерные системы, которые позволяют точно определять расстояние, дистанцию, время и много-много другое.
Сегодня существуют лазеры, вот как на данном слайде два лазера изображены, у которых частоты 10-14 Гц, но при этом они отличаются друг от друга на пол Герца. Вот можете себе представить ситуацию, что из данных лазеров вылетают фотоны длиной в 500 000 км. Ну, фотона формально нет длины, но длина когерентности есть такая. То есть испускаемое им излучение 10-15 периодов сохраняет свою, как говорится, когерентность. То есть двига фазы нет, ничего нет. То есть два обычно гитаристов говорят, что там настроена гитара, не настроена гитара, там они слышат 100 периодов, 1000 периодов и так далее. А здесь 10-14 периодов данный лазер работает тик-так. То есть они совпадают, не расстраиваются, не работают. На основе таких систем создаются очень точные часы, которые, как шутят физики, уходят меньше, чем на одну микросекунду за время существования Вселенной. Именно такие часы нужны для космоса, нужны для GPS-навигаторов, для привязки нас, так сказать, к координатам, для создания разного рода систем. Но недавно часы были всегда атомными. Водородные часы, цезиевые часы, рубидиевые часы. А вот уже начиная с 2005 года они становятся лазерными. Они не стали пока эталонными, но лазеры сегодня демонстрируют более высокую точность, стабильность и воспроизводимость, чем просто атомные часы. То есть лазер оказался настолько стабильной конструкцией, он тоже апеллирует квантовой механике, тоже квантовый генератор. Но вот вся техническая оснастка, которая существует вокруг него, позволяет получать сегодня, так сказать, лазеры и эталоны времени и частоты с точностью, ну, стабильностью 10⁻⁷ на больших достаточно временах. То есть это фантастическая величина, которую трудно себе представить, но она нужна ученым для того, чтобы вообще понимать, живем мы в постоянном мире или меняющемся. Вот одна из сегодняшних проблем, которая не связана прямо с лазером, но которая очень актуальна, это все-таки меняется наш мир или нет? Меняется гравитационная постоянная, постоянная тонкая структура и всякие прочие вещи? Или мы живем в стабильной Вселенной, которая 15 миллиардов лет уже неизменна? А вдруг она меняется? А вдруг через пару миллиардов лет у нас что-то поменяется, и все будет идти не тик-так? И химические реакции по-другому потекут, и биологический обмен начнется и так далее. Понятно, что это не завтра, не сегодня, но хочется же знать, что будет через 100 миллиардов лет, а не только через 15. Эти устройства вот, на основе лазерных таких точных часов стали сегодня гравиметрами. То есть оказалось, ну это тоже Эйнштейн, мы сегодня его упоминаем уже пятый раз, он же сказал, что время оно течет по-разному в системах разных, которые с разной скоростью двигаются, в разном гравитационном поле находятся. А значит, наши лазерные атомные часы будут по-разному идти, находясь на первом и втором этаже. И вот сегодня именно лазерные часы позволяют фиксировать высоту, то есть ее положение в гравитационном поле Земли с точностью до 5 сантиметров. То есть, вот понимаете, я вот включаю прибор и говорю, о, до центра Земли у меня расстояние 6528 плюс минус 5 сантиметров. И это мы делаем, измеряя гравитационный потенциал, измеряя замедление времени, сравнивая показания моих часов с теми, которые летают на орбите, с неким единым мировым временем и контролируя то, что происходит. То есть фактически без GPS-навигатора, без спутников, без всего остального, просто зная гравитационное поле Земли и учитывая влияние на него Луны, Солнца и прочих всяких безобразий, в том числе циклонов, выпадение снега, оно меняет гравитационное поле Земли. Вы можете с такой точностью контролировать то, что происходит. Я не буду рассказывать, кому это надо и зачем, но это имеет не только геолого-разведывательное назначение, но это имеет применение и фундаментальное с точки зрения понимания процессов, которые происходят, то есть в центрах Земли, и военное, и навигационное, и так далее, и так далее. То есть лазеры вот в данном случае как бы вошли в нашу жизнь очень плотно и очень, как говорится, основательно. Мы с вами смотрели на картинку, на которой было видно, что лазеры могут иметь практически любую длину волны от рентгеновского излучения до ближнего ИК-диапазона и даже дальнего ИК-диапазона. Но лазеры, которые работают в рентгеновском диапазоне, 1,5 ангстрема, они, как правило, плохие с точки зрения монохроматичности и стабильности частоты, которую они выдают, коллимированности и всяких прочих факторов. И вот сейчас в Америке, ну, с участием российских ученых, так сказать, Арагонской лаборатории и, так сказать, российские производители алмазов, научились делать лазеры, в которых в качестве зеркал используются монокристаллы алмаза высокочистые. Эти монокристаллы алмаза, работая в качестве бреговских решеток, то есть отражая на атомарных слоях, позволяют монохроматизировать лазерное излучение в диапазоне, ну, которое практически 1 мегаэлектронвольт, ну, 1,5 ангстрема, близко к нему, с точностью до 1 миллиэлектронвольта, то есть 1000 электронвольта. Зачем такое монохроматическое рентгеновское излучение нужно сегодня ученым? Дело в том, что мы уже вспоминали о том, что, вообще говоря, лазеры влияют на нашу с вами жизнь, так или иначе, меняя нашу среду обитания.
Но вот сегодня мы с помощью лазеров дошли не только до фундаментальных вопросов, как загораются звезды, как устроена Вселенная, как возникают черные дыры, что из себя представляет вакуум. Но на повестке дня стало выяснение вопроса, что такое жизнь. Все, наверное, знают, что та ДНК, из которой вот я вырос, хоть она и разбита на сколько там хромосом, она имеет длину почти 2 метра. И вот эта большая молекула ДНК 2 метра упаковывается внутри ядра одной клеточки маленькой, из которой потом я когда-то давно, много лет назад появился. Вот эта проблема третичной структуры ДНК и белков, она сегодня не решена в химии. Мы создаем новые химические лекарства, на нас нападают новые вирусы, мы пытаемся разрабатывать против них вакцину, но мы не понимаем, как те белки, которые образуют этот вирус, группируют те структуры, которые потом цепляются к нашим клеткам. Мы не умеем, зная химическую формулу, вычислить, как соберется белок. Мы даже плохо понимаем, как тот самый гамма-глобулин, который переносит кислород, формируется из той химической формулы, которая у него была. И это огромная проблема, та самая структура, в которую свернется большая биологическая молекула. Мы когда-то давным-давно с помощью рентгена разгадали спиральную структуру ДНК и РНК. Сегодня на повестке дня стоит разгадывание структуры любых белков. И вот данные лазеры, у которых длина волны 1,5 ангстрема, они как раз в качестве такой далекой задачи и перспективы, это рентгеновские лазеры, хотят увидеть молекулу белка воочию. То есть освещая ее, наблюдая картину дифракции, интерференции, рефракции, чего угодно, они хотят увидеть, как молекула каждая лежит в этом белке. То есть мы продвигаемся потихоньку к пониманию основ жизни и пониманию того, как устроена вот та субстанция, которая умеет жить и размножаться. И тут тоже работают лазеры. Такие вот замечательные приборы появились в данном случае уже, ну, более, так сказать, чем полвека назад, и так активно они влияют на нашу с вами жизнь. Ну, в заключение я хотел бы сказать о том, что, конечно же, особенности, про которые мы сейчас говорили, они обусловлены тремя основными свойствами лазерного излучения. Первое – это то, что оно монохроматическое, то есть оно имеет определенную длину волны. Второе, что оно узконаправленное. Это связанные вещи, вот как то самое вынужденное излучение, заставляют новые фотоны двигаться в ту же сторону, куда летел первый. Это физический принцип такой. Там потом коллимация, зеркала и все остальное. То есть мы имеем большую спектральную плотность и большую угловую плотность. То есть это излучение, которое двигается туда, куда мы ему сказали. Ну и третье, самое главное, наверное, в этой ситуации состоит в том, что мы можем загонять вот в этот узкий пучок, в эту ситуацию огромную энергию. То есть ограничение по той энергии, которая будет помещена вот в этот вот монохроматический пучок, практически отсутствует. Сегодня мы умеем в этот пучок загонять мегаджоули. Завтра, я думаю, можно будет загонять тераджоули. Что с помощью такого излучения можно будет сделать, я не знаю, но, по крайней мере, это уже близко к тому, что происходит при взрыве не просто тротила, а при взрыве атомной бомбы. То есть нам станет доступна Вселенная и ее глубины, которые сегодня недоступны.